Всем привет, ребята! Пришла ко мне однажды посылочка, вся напрочь перемотанная стретч-пленкой. Обычно в таких случаях я беру самый обыкновенный нож и просто разрезаю эту пленку. Но тогда ножа у меня под рукой не оказалось, и я решил найти край пленки и просто ее размотать. В общем, я долго-долго разматывал эту посылку, и в итоге у меня получился вот такой вот шар из стретч-пленки. Интересно, подумал я, а сколько же метров пленки в этом шаре? Хороший вопрос. А еще интересно, какой же шар может получиться из целого рулона стретч-пленки? Ну что же, это легко проверить. Я купил вот такой вот огромный рулон стретч-пленки. Весит он примерно 3 кг. Ширина его 50 сантиметров. И здесь находится примерно 300 метров пленки. Кстати, вы, наверное, заметили, что стретч-пленку очень любят на ютубе. Чего только из нее не делали разные блогеры. И дома из пленки, и лодки из пленки, и гамаки, и батуты, и стены. И даже я не припомню, что, если вы что-то еще знаете, что делали блогеры из пленки на ютубе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но вот огромного шара из стретч-пленки, по-моему, никто еще не делал. Для того, чтобы пленку было легко разматывать, нам нужно подготовиться. Берем вот такую металлическую трубку и просовываем в нее веревку, так, чтобы она вылезла с другого конца трубки. Получилась вот такая вот штукенция. Теперь просовываем эту трубку через тубус с пленкой и закрепляем конец веревки на краю стола. То же самое делаем со вторым концом веревки. Вот и все, получился такой станок для разматывания стретч-пленки. Итак, приступаем к научному эксперименту. Итак, ребята, я мотаю эту пленку уже 15 минут. Для вас это время пролетело за 30 секунд. И посмотрите, какой огромный у меня уже получился мяч. Величиной этот мяч примерно как футбольный. Он довольно-таки твердый и практически идеальной формы. Я стараюсь крутить его с разных сторон, чтобы он был как можно более круглый. И знаете что, ребята, у меня уже просто начинают болеть руки. Я не думал, что это будет так сложно. Мне кажется, после этого видео у меня будет такая крепатура, как после, не знаю, какого-то заплыва на 1 км или после тренажерного зала. Ну что ж, продолжаем. Я надеюсь, что у меня хватит сил домотать до конца эту всю пленку. Итак, ребята, прошло еще 15 минут, и смотрите, наш шар заметно увеличился. Если после первых 15 минут намотки он был величиной примерно с футбольный мяч, то теперь он, пожалуй, как баскетбольный мяч, а то и больше. Да, визуально он побольше, и посмотрите, какой идеально ровный он у меня получается. Класс! Он практически не пружинит, такой, знаете, грубоватый такой шар. Давайте посмотрим, сколько пленки осталось в рулоне. О, смотрите, ну больше половины пленки уже использовано.
И интересно, какой он станет в конце, насколько он будет больше? Интересно? Тогда смотри дальше. Кстати, ребята, я очень сильно устал, это просто какой-то капец. У меня уже болят руки и немного ноет спина. Вот это вот конкретная нагрузочка. Лучше любого спортивного зала. Итак, ребята, внимание, мы приближаемся к окончанию нашей пленки. Еще чуть-чуть, и пленка закончится. Yes! Все! Офигеть! Вот это да! Нужно так под конец немножечко поднатянуть, чтобы оно держалось. Вот. Вот. Это мечище у нас получился, ребята. Целый моток стретч-пленки. И посмотрите, какой он ровный. Он практически идеально круглый. Класс. Диаметр этого меча оказался почти 30 сантиметров. И учитывая его вес, а это больше 2 килограмм, и то, что он гораздо тверже обычного меча, то это получился довольно суровый челябинский мяч. Тем не менее, я даже попытался его пофутболить. Грохот был такой, что соседям могло показаться, что я бью по стене кувалдой. Но все же могу сказать, что играть этим мечом возможно. Его несомненный плюс в том, что он никогда не сдуется, и далеко вы его точно не зафутболите. Ну а минус в том, что он очень непопрыгучий, и поэтому в баскетбол сыграть точно не получится. Кстати, мне кажется, что если бы внутри этого шара оказался смартфон, то его смело можно было бы сбросить с 25 этажа, и с ним бы ничего не случилось. А вы как думаете? Напишите. Ну а я еще немного пофутболю этот суровый челябинский мяч. Всем пока!